Более конкретно в тематике, связанной с образованием, для нас невероятно важна, собственно говоря, а чему мы научим наш искусственный интеллект. Ведь он же, он неизбежно возникнет. С открытием юбилейной 100-й в России точки кипения Мининский университет из Москвы поздравляет спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. По его словам, именно педагогические вузы смогут справиться с важной задачей нашего времени – соединить традиции русской гуманистической педагогики с новейшими технологическими разработками. Точка кипения Мининского университета станет пространством для испытаний самых передовых цифровых технологий, используя в сфере образования. Мы достаточно успешно действуем в цифровой электронной образовательной среде, но нам важно, чтобы люди, студенты, преподаватели, которые вернутся из цифры, они вошли в новое пространство, вооруженные новыми технологиями. Точки кипения не просто места, где люди, которых объединяют единые цели, занимаются совместной работой. Это прежде всего сеть людей, которые занимаются развитием сообщества, решением общих задач, формированием общего поля коммуникации и распространением идей и практик технологического развития в разных городах нашей страны. Точки кипения работают уже в 61 регионе России. Среди педагогических вузов страны Мининский университет стал первым. Здесь мы видим, что это такая большая площадка прямо напротив Кремля, да, и возможность использовать под большие мероприятия. Здесь, конечно, то, о чем мы говорили, это развитие рынка EduNet, педагогика, и вот эта специализация, я считаю, является ключевой, особенной. Плюс, конечно, да, возможность проводить в разных форматах мероприятий. Точки кипения предназначены для ученых, бизнесменов, госслужащих, студентов, членов общественных организаций. Здесь они могут делиться опытом, результатами своей деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития и тут же получить оценку экспертов. Точка кипения – это как раз та самая площадка, которая позволяет собрать инициативных людей, которые что-то создают новое. В Мининской точке кипения студенты и преподаватели получат доступ к цифровой платформе «Университет национальной технологической инициативы 2035», в котором ведется подготовка кадров для цифровой экономики. Наталья Лисова, Владимир Гайдай. Время новостей.